Меня зовут Глок Екатерина Алексеевна, я акушерка, мама 8 детей, и вот сейчас я в прекраснейшем путешествии на замечательном корабле с прекрасной компанией, и я очень счастлива, потому что в моей жизни это впервые. Эмоции самые потрясающие, потому что, ну, во-первых, раз это впервые в моей жизни, других эмоций быть не может. Я впервые в Греции вот так по островам попутешествовала, в прекрасной компании, весело, здорово. Мы тут и натанцевались, и нагулялись, и прекрасные места исторические посетили. Ну, впечатление на всю жизнь. Я себе представляла, что мы на какой-то такой небольшой белой яхте будем, ну, вот такие вот яхточки, а здесь целый корабль. И это путешествие становится еще более интересным, потому что, ну, тут какая-то прямо экспедиция по Греции. Да, и персонал очень-очень нравится, потому что это красивые матросы, моряки, капитан, статный, настоящий капитан. И очень они внимательные, очень заботливые. В общем, очень все нравится. Я сюда ехала познакомиться с интересными людьми. И я, кстати, свой запрос удовлетворила. Я познакомилась с интересными людьми. Очень нравится общение. Мы с некоторыми очень подружились. Уже друг друга в гости пригласили. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество и дружбу. Так что у нас что-то в жизни выстроится, потому что ничего не бывает случайным.